Сильная сторона команды.
где этот? Кто? Лучше. Куда его засунуть? На скамейке. Минск. Блять, что сам не полез? Бегут в одном темпе, никто не знает, что такое рваный темп. Так вообще-то они что-то тренировки? Они должны это все тренировать, как они могут это знать, когда они... Ты рассказываешь. Упование тренера. Они на тренировке, блин, хорошо, если каждый из них раз в неделю появился. Да? Да. Вы же сказали, что они раз в неделю тренируются? Ну вот Саша наш. На каждый тренировке, а другие, блин, кто приходит, кто не приходит. И что, я сейчас и Тим? Ну и вот Тим тоже во вторник надо. Была тренировка понедельник, вторник и пятница. В пятницу было снова 6 человек. Два вратаря. И что тренироваться? Доппельрехтсфюс! Я же не буду им выкладывать этот звук. А ты чего делаешь? Звук уберу, как ты сказала. Придется без звука. Под музычку. Вообще просто ты не делаешь. Поменял, да, Макс. А, да, точно.
смотрю в окошко. Этот главный вратарь поломанный, может после Нового года будет играть. Где можно? Поест после, когда захочет, когда отойдет немножко. Дай скажу, почему ему в этом отношении башки нет вообще? Не знаю. Ну ладно, я сейчас не знаю. Ты отдыхаешь, да? Да. Да. Ну, на следующий день, можешь весь день проваляться в постели. Да, тогда пожалуйста, ну, согласен. Ну, когда ты знаешь, что ты играешь. Да не вообще, ладно, все равно игра, поставь на игру, ты самому хреново, если твой организм не варит. Thank you.
наконец-то, говорит. Это как мяч не псих, так тоже видно, что вообще пустой. Так не видно. Но. Ну, вопрос, когда они упадут. Когда они сдадут силы? Уже сдадут. Еще, еще я вижу, что голы могут вот так вот закатываться. Вот, у нас вратаря. Обратно. Им еще найти надо. Ох, да подпрыгнули на 9 метров, никого нету, блин. Того там даже рук нету, блин, чтобы гол забить. Это... Лезет все мимо. Случайно бы еще залезть смог. Вот посмотри, Саша стоит впереди. Куки стоит. Саша надо отправить, мы хотим протолкнуть. Симон, подойди сюда. Чуть не всосало. Блядь, кухня рехцался. Сейчас этот самолет собьет. Сейчас он своей пушкой самолет собьет. Да. Этот он похудел. Он был еще здоровее. По голове, блин, да. Если он не забьет, то блядь, будет здесь. Так все должны забить. И... не знаю.
я бы ставил ему. Правил за покупку комнаты. Отправил за покупку пацана. Ну, у нас тут называется антиалкоголь. Макнул ему, и он убежал в мою сторону. Und nochmal, hast du halbe Zone, ne? Nimm dir Fahrt ein bisschen an. Aber nicht sofort. Spiel nochmal. Секунд. А там на бумажке. Hey!
Было бы ничего. Да. Да, было бы ничего. Сильно не хочу. Центр выигрыша оставил. Он сам пошел, но что запрещает? Ну так, взяли. Там денег нет, там контракты подписаны. Вот хочет человек тренироваться, приходит, пожалуйста. Никто не знает. Да, не играет за них. Полмиллиона долгов. Полмиллиона долгов. Ну да, когда есть возможность, раза два-три в неделю.
только он. Ну, больше никто не хочет, не может, не знаю. Umgestellt. Уже пришивать хотели, да? Потом подумала, да ладно, уже мужик. Ну, слышишь, вот, например, Кирстен Стюарт. Актриса мирового масштаба, однако у нее уши были, которые абсолютно грязные. Ну, на самом деле, вот эта девочка, ничего страшного. Кристофа, дал бы сразу Саше, и все, без проблем было. Ты наш воротарин вообще, да все ему в руки летит просто. Он что-то вообще, знаешь, такой, А у тебя же уже был тебе фотографии, когда мы ездили в этот замок. Ну и что, да. Почему ты не фотографировал? У меня есть пару фотографий, но мы фотографировали. Ну, почему ты не выкладывал? Ты, блядь, какой-то был со странной вылез. Какими-то камнями помню, блядь. Понимаешь? И он рванул и упал. Это нам все время таких забывают. Большого. Наконец-то. Он такой аккуратный. Нет, чтобы, знаешь, он какой-то самый дурак, а он очень-очень аккуратный, главное, сердце. Прилежный, да. Он еще так видно, чтобы мяч не любили, так тихонько. Я говорю, ты же можешь сильно, почему ты не бросаешь мяч? Он тебе очень больно. Саша как крикнул, так и это самое все. Лучше поехала, где хоть и все. Это уже не играет, и будет в один ворота, уже там 18-10. Нет, с тобой. Что там у нас? Я имею в виду, что это фирма там. Да, тем более фу. А? Тем более фу, как бы. Ладно, там пустой город был погулять, а то у меня по полному городу. Ну, знаешь, что нам надо? Я хочу погулять. Ты хочешь в магазин, а не погулять. Молодец!
Он был вперед, а не учебу, поэтому для него гандбол на первом месте, поэтому он сначала поиграет, потом выучится. Да. Да. Главное желание, тут не особо много данных нужно. Сегодня тебя научат играть не так, как это сам раньше. Warum springen? Reicht stehen, Arme. Ihr habt beide hochgegangen, weißt du? Reicht? Nein, meine, nicht springen. Raus ist okay, aber nicht springen. Und зачем он подпрыгивает? Вышел и подпрыгнули оба. Достаточно руки поднять им высокие. Пусть перебросит через руки. Ты его лучше в защите играть? Да.
как Зейн. Да, 2 минуты Тиму дали. Дырка такая была, ну сразу все. Да, он вообще не знает, для густого пойди, да, подыши. Попиши, подыши. А ты есть? Не купишь? Нет. А Саша сегодня еще у него планы есть? Ну, конечно, если Нара тут сидит. Наверное. Высказал свое недовольство судье за разговор.
У меня такое чувство, он же был маленьким раньше. Кто? Ну, восьмерка. Не был он. Он был такой сухой, длинненький, но не совсем маленький. Но они были приблизительно все одинаковые, поэтому. Были приблизительно все одинаковые, поэтому. Бля, как он там умудряется засунуть. Достать и поймать мяч. Скажи. Да. Что же у Куки? Его фамилия Куки Аман. А? Куки Аман. Да. Имя какое-нибудь? Лука. А Вольский его зовет Кот. Потому что так я слышал, все говорят куки, а он думает, что кот. Какая фамилия? Куки Армани. Это он откуда знает фамилию? Он же не знал фамилию. Троих там обманул, блядь. Нет, ну троих обманул наших, блядь, что он туда мяч засунул. Да. А что такое буква Б? Где Б? Б, эти кто официальные на скамейке, им даются А, Б, С, больше нельзя. Да, да. Ты бы, если бы получил этот Б, был бы такой? Я был бы С. Ты самый низший? Нет, это просто для протокола. Это чтобы, если дают тренеру предупреждение или удаляют кого-то на скамейке. Или удаляют кого-то, это удаляют А. А чтобы такое, это, как говорится, а? Да. Тогда трюк такой, чтобы удалили второго тренера, а не первого. А первый под Б остался. Ану Лейбен! Лейбен! Стоколес! Иберкан! Да. Это так хорошо со стороны, да. Они для них еще нос как кирпич еле бросают. Это же элементарно, так вот не молец, снегом драли. Да. Ты смотришь одни из лучших, они же не в Аюнзе так играли. Чего? Они не в 18 лет так играли, понимаешь, хорошо так судить. Иди сама, вот так, я посмотрю. Пока ты вот так переведешь мяч и туда отдашь, это самое, так уже этот, который... Почему так переведешь? Понятно. Ему вернули мяч, этот побежал на него, ему вернули мяч. Почему так? Сперва и кидать сам. Попросил лед. А, забыли свою. Забыл свою эту самую чемодан. Ова. Блин.
musst gleich auf außen fahren. Ja, mache ich sogar groß jetzt. Ничего, сказал снимать. Да, а, снимать этого Паулюса сейчас. Они с ним эту парашют сейчас сделают. Парашют. Восьмой. Не получится, значит, не получится. Значит, все поржут. 12 мячей ведут. Что там не случилось? Видишь, все прекрасно. Все прекрасно. Потому что у меня сейчас без говнички никуда. Вексель, видела комбинацию на тренировке, на тренировке за спиной пас. Ну, гол, и все. Первой команды. Ой, как классно! Эль Бадуи, Мансин. Да, будет третья команда играть, потом вторая, без понятия. Не знаю, Валя, откуда мне знать? Почему нет?
Что он что, устал? Никогда. Нет, самое, чтобы мог Костинский мог ущипнуть и все. И замахнуться так, это самое, типа, во время игры. Но после игры уже никогда ничего. Так могли куда-нибудь бегать и ставить. Ну, припугнуть так просто. Ну. Припугнуть так, ну. Ну да, ну или взять так, покрутить кожу где-нибудь. Да, меньше так. Девочка будет.
не видел. Оставим. Да. Сказать извини. Да, вот такой я. Маша! Ты ничего, веди себя прилично. Мне кажется, соответственно, как другие кто-то так кричит. Я кричу. Так ори. Сейчас вторая будет играть или третья, их снимают. Мне, чтобы быть счастливой, вот, пока у меня хорошее настроение, так он еще меня останавливает. Ты меня стесняешься, да? Что он там увидел? Не видел я пробежку. Да. Ну, похоже. А? Похоже. Не похоже, а так он и видит. Даже я видел. Он забирал больше не надо. Вот загнали. Пробежку и сразу в защите получил. Пробежку там и в защите все сделал. Ошибка. Нет, а ты через него гол забили. Кто-то играл раньше на углу, но здоровый. Нет, получилось, что они оба на полусреде. Этот получился на своем полусреде, а тот на начало. Вот так комбинацию закрутили, побежали. Это круто. Дети недовольны. А что? Дети недовольны. Почему? Не знаю.
чем-то, да. Да, третья команда играет.